Всем доброго времени суток. Решил я сегодня опять за бродку побродить, но сегодня взял микруху. Ого, даже кто-то уже стучит, пытается. Там вдоль травки сейчас посмотрим. Ага, ух ты. Большая приманка, что ли? Ага, во. Эх ты, я сбежал. Это окунек был. Вот такая вот нимфочка. Не знаю, как она точно называется. Это от Борода Бейтс. Ну, рыбка отзывается. Вот такая вот 1,5 грамма чебурашка. Стучит, стучит окунь. Ну какой-то мелкий, видно, не может заглотить. Ты на хвостах катается. Ну то, что поклевывает, уже радует. Не поймал, правда, ничего пока. Мелкий окунь. Возможно, ерши. Сбивает. Сейчас посмотрю, может, что-нибудь помельче, какую приманочку поставить. Так, но такого не хочет. Попробуем такую вот сейчас. Это помельче приманка. А потом, если что, опять нимфочку ту поставлю. Так, изловил я окунька. Вот такого. Вот на такую приманочку тоже от Борода Бейтс. Вот такой окуняра. Правда, здесь поп приманочки. Штуки прекратились. Какой подлый щукан вылез. То-то не то. Попробуем вот эту нимфочку опять. На нее постоянно стучало. То ли цвет, то ли окунь предпочитает каких-то вот таких вот креатур ракообразные. Сейчас посмотрим, вычислим. Клевал, клевал и как обрезала. Щук поди. Ага. Кто-то все же клюнул. Акушарик. Надо же сфоткать акушарика. Что, пробуем еще? Да, окунь сегодня ракообразных предпочитает. Так, эх ты, убежал. Поставил варву. Кто-то клюнул и убежал. Стук и все, и бросил. Кто-то крутится тут. Опа. Крутится.
Эх ты. О, на хвостах катаются. Так. Ладно, уже проще. Наварочка начинает поклевывать. Что ветер поднялся. Погода меняется, что ли, опять. Сейчас покидаю, танту поставлю. Ага. Ух ты! Супер окунь. На лару. Сейчас танту поставлю. Тоже рабочая приманка. Сейчас попробуем вот так. Что нам танта скажет? Обычно отзывается. Если нет, значит будем пробовать что-то активное. Тестерочек, виброхвостик какой-нибудь. Ух ты! Какая поклевочка-то была. Ага. Эх ты, ну смотри, что делают, а. Вот катится на хвосте и все. С мормышингом надо. И обмельчаться. Кого-то изловил. Окуняру, кого же еще? Ой, окуняра-то, блин. Монстр. Ну, кто-то гоняет там вдалеке. О-о-о. Да что ж вы такие мелочи пузатые. Клюет аж на выбросе, на выбросе. Так, кого-то изловил. Ой, ой, ой. Кто ж это? На воронку. Такой окуняра. Беги. Изверг. Так, еще. Кушарик. Воронку съел аж совсем. О. Так, ну что, значит, что-то активное надо. Сейчас попробуем его уменьшить. Угу. Кого-то я изловил.
человек. Это уже более-менее. Поставил нимбл крэзифишевский. Неудобно в забродниках этих. О, красавец. О, таких уже ловить поприятней. Беги. Да, сегодня окунь любит кракозябр. Ну и поклевка соответствующая, что клюнул так клюнул. Ух ты! Во, во, во! Прям нападение. Нифига себе! Во, у меня кто на нимбл клюнул. Елец! Вообще обождели. О, уток сколько. Щурпа полетел. Обрыв. Будем перематываться. Опа! Татанту. Не было, сожрали, не сожрали. Оторвал. Уже более-менее кушарик. Приятный. Кушарик на танточку от Константина. Той. Танту хотел сожрать. Жадный. Кто? Ух ты! Прям нападение. Елец поди опять. Еще кунек. Шарик. Такой красотончик. Так. Сейчас попробую нимфочку ту от бороды бейтс. Может кто покрупнее жахнет. Если они сегодня кракозябр любят. Под ногами. Супер окунь. Поставил грамм чебурашку вольфрамовую. И полярис мелкий. Поймал такого супер окуня.
Ага, интересуется кто-то. Под ногами. В 2 метрах от меня клюет. Нормальные кушарики. Без катушки. Что, супер матрас? Нормально с ним половил. Ту рыбалку, наверное, будем заканчивать сегодняшнюю. Половил. Ух ты! Окуньков. Красота. Забродку вообще классно ловить. Сегодня работали какие-то одни ракообразные танта. В основном. Было несколько поклевок там на виброхвостик, на воронку. Но в основном вот кракозябры. Сейчас уже темнеет. Окунек уже все. Перестает активничать, но тем не менее еще что-то пытается кто-то там дергать. Сейчас еще 50 метров здесь по речке пройду и домой. Ладно, всем пока. Стучит. Опа. Кого-то изловили. Кого? Куняру. Кого же еще-то?